Today's Vegetarian Elite will be presented in Russian with subtitles in Arabic, Olaksis of Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Nepali, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog and Thai. Приветствуем, очаровательные зрители! В сегодняшнем выпуске «Вегетарианской элиты» мы рады представить вторую часть из двухсерийной передачи о Марине Девятовой, музыкальной звезде многогранной культуре России. Одаренная прекрасным голосом и глубокой любовью к народной музыке, она посвятила себя тому, чтобы принести это впечатляющее наследие своей культуры в новую эру процветания. Выдающаяся певица Марина Девятова делает свой вклад, чтобы сохранить чудесные аспекты русской музыки. Будучи верующей, Марина знает важность единения с Богом и того, чтобы следовать священным принципам жизни, таким как любовь и гармония. Сердцем, полным милосердия, она перешла на растительное питание. Ее стиль жизни также исключает использование меха и кожи, чтобы не причинять вреда и боли нашим соседям по планете – животным. Поднимаю и наше русское искусство, и нашу русскую песню, наш фольклор. Духовно занимаюсь бхакти-йогой, и, конечно, я понимаю, что зачем есть друзей наших меньших. И, конечно, сейчас уже я совсем смотрю на пищу по-другому. Если вы едите и убиваете животных, значит, вы берете на себя определенную ответственность. Вы убиваете. Надо развивать свой кругозор, развивать свое мышление, развивать свое духовное начало. А теперь давайте послушаем, как Марина Девятова поет милую песню «Реченька-речушка». Кроме священной любви к своей родине, России, Марина Девятова также чувствует особую любовь к животным. Она объяснила, как она решила перейти на растительное питание. Это было в 99-м году. Я поступила в музыкальный колледж и познакомилась с подругой, которая была вегетарианкой. Мы с ней прообщались, наверное, лет 5. Вся ее семья была вегетарианцами. Я принимала, приходя к ним в гости, естественно, какие-то угощения. Мне было очень вкусно. То есть, на самом деле, я понимала, что не все заключается в мясной продукции. А далее так получилось, что я просто увидела непосредственно убиение коров. Объяснить это, наверное, тяжело. Это надо просто увидеть и понять, когда у тебя просто в голове что-то перемкнуло. И я поняла, что на самом деле я ем не вкусные, а я ем органы. Вот какое-то вот было такое осознание.
И потихоньку вначале я отказалась от мяса, отказалась от рыбы, от морепродуктов, от яиц. И вот пришла, собственно говоря, к вегетарианству и очень хорошо себя чувствую. Я очень много употребляю белка, я очень много употребляю орехов, сою, чечевицу. Очень много пью свежевыжатых соков, чтобы были витамины. А что касается, вот, чище стала кожа, раз. Легче стало работать на сцене, потому что все-таки это, наверное, давно известный медицинский факт, что мясо очень долго перерабатывается, и пока проходит уже до своего конечной стадии, очень много микробов и очень тяжело расщепляется. Я, как ни странно, я уж не знаю, с этим ли связано это или нет, я стала себя намного легче чувствовать, работать стала, и главное, что мой голос стал звучать лучше, и главное, что полетнее стал голос. Поэтому очень хорошо себя ощущаю, не убиваю никого, не плачу за это и всем советую. Старый клён стучит в окно, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего мне так светло от того, что ты идешь по переулку? Отчего мне так светло от того, что ты идешь по переулку? Снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто В православии считается, что питание без животных продуктов очищает не только тело, но и душу. Монахи в православной церкви изначально не ели мясо. В современную эру, в течение года, существует множество случаев, особенно во время важных праздников, посвященных великим святым, когда люди придерживаются растительного питания, чтобы избегать любого насилия. Самое великое дело для меня – это пост. Православный пост, потому что 40 дней – есть все пост. В любом ресторане есть постное меню. Какой-нибудь греч, какие-нибудь грибы. Поэтому я все время жду очень православный пост. Вот, потому что мне когда говорят, а вы поститесь? Я говорю, я вечно постящаяся. Я говорю, так что давайте, несите сюда. И, кстати, очень много блюд можно приготовить, вкусных блюд. И особенно друзья поначалу, они как-то так, да ладно ты, Маринка, зачем тебе это нужно? Вот. Но я стою на своей позиции. И, кстати, очень многих друзей уже привела к вегетарианству и очень многих коллег на это направила. Зачем нужно убивать животное? Когда вы приходите в магазин, у вас есть такой выбор продуктов сейчас. У меня очень много друзей живет в Канаде. Очень много друзей за ним живет в Лондоне, и они говорят, что там в каждом магазине, уважающем себя магазине, имеются определенные прилавки для, вот, пожалуйста, вегетарианцев. Сейчас уже, я говорю, что даже есть ресторанчики, сейчас есть какие-то телевизионные программы, которые затрагивают эту тему. И я рада тому, что у меня есть и коллеги, друзья, музыканты, которые тоже к веганству прибегают. Поэтому мне, конечно, хочется, чтобы у нас просто образовалась какая-то система. Может быть, они и есть какие-то центры веганские, может быть, есть центры там за здоровый образ жизни, которые борются, да, за природу, за животных, за всю какую-то, да, такую глобальную экологию. И здесь, конечно, очень хочется просто пожелать
нам, россиянам, чтобы мы, если хоть кто-то вообще есть, и кто-то видит, и кто-то слышит, нам надо объединяться, нам надо устраивать какие-то вечеринки, акции, все что угодно, но об этом как-то заявлять. Если бы нам всем еще бы объединиться, был бы, мы бы были бы намного сильнее. Певица Марина Девятова сознательно ведет целостный образ жизни. Вместе с вегетарианской диетой она сделала здоровый выбор во многих других аспектах. Она предлагает несколько искренних советов. Это мой образ жизни. Вегетарианство – это мой образ жизни, все. И когда ко мне уже приходят друзья, они уже знают, что меня в доме не курят, не пьют, не сквернословят, не играют в азартные игры и не употребляют продукты животного происхождения, но взамен я за это их вкусно кормлю. С помощью вашего канала, мне кажется, очень многие ребята смогут, наверное, что-то для себя подчеркнуть. Алкоголь я не употребляю. И я прекратила его употреблять тогда же, когда я стала вегетарианкой. Я курила и перестала курить. Никакого расслабления алкоголь не дает. Табак, он вызывает исключительно чувство привычки, зависимости. И я поняла, что я зависима от какой-то маленькой палочки, которая называется сигарета. И я не люблю зависимость, поэтому я отказалась. И вообще, в принципе, когда есть такая тенденция, когда многие говорят, надо расслабиться. Вот вы знаете, на самом деле расслабляться надо не с помощью алкоголя, а с помощью Всевышних сил. А это все исключительно привычки и зависимость. И кроме того, что вас просто дурманятся мозги и последствия, которые вы можете приобрести, я хочу родить здоровых детей, которые... Я думаю, что последует моей культуре. Мне кажется, каждому надо задуматься и радоваться каждой минуте, которой вы живете. Если у вас есть возможность улыбнуться, улыбнитесь. Если у вас есть возможность сказать доброе слово близкому человеку, скажите. Не жалейте эмоций, не жалейте сил. А теперь послушайте, как Марина Девятова поет радостную песню «Кабы не было зимы». Кабы не было зимы, были все в печали, наши лучшие умы от шарых завяли. На зеленом на лужке ползали как крабы и молили о снежке. Кабы, кабы, кабы и молили о снежке. Кабы, кабы, кабы. Было зимы, а все время лето. Мы бы не знали хоть тюрьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через Укавы. Лед на речке бы не замерз. Кабы, кабы, кабы. Лед на речке бы не замерз. Кабы, кабы, кабы. Сознательная артистка и гражданка Марина Девятова делится своими мыслями о том, как достичь мира в мире. Наверное, мир на земле начнется тогда, когда у вас будет мир в доме. Когда мы будем уважительно относиться к тому, что дается нам свыше. Он создал этот мир, а мы пытаемся его испортить. Мы пытаемся что-то привнести, свое негативное. Мы пытаемся руководить процессом. На самом деле не хватает именно этого. Не хватает нам мира в своем доме, в своих семействах. Вот. Мне кажется, что нужно начать с чего-то вот с себя, чтобы у вас мир был, потому что мир без гармонии невозможен. Людям, которые состоят в браке или собираются, я хочу им пожелать, чтобы они в первую очередь думали о детях. Во-первых, дети должны быть желанны, надо их воспитывать в правильной семье, в правильной моральной устойчивой позиции семейной. Ну и, конечно, ребенок, который взрос в любви и знает, что такое любовь родителей, он уже... Уже у него есть маленький запас счастья, который ему не надо будет искать. Он будет это счастье и эту гармонию иметь в семье. И впоследствии своих детей он будет воспитывать так же. Тогда у нас, наверное, может быть, мир станет чище, мир станет светлее, потому что дети – это все-таки свет, а светом нам необходим. Перед нашим уходом талантливая Марина Девятова выразила теплые пожелания зрителям Supreme Master Television.
хочу всем просто пожелать огромного счастья. Пусть оно для каждого будет по-своему. Я хочу от всей души пожелать вам, дорогие телезрители, любить и быть любимым, быть счастливым, иметь здоровье духа, счастье в душе, гармонии в сердце, и чтобы планета Земля была как можно чище, и самое главное, чтобы Господь Бог нас всех объединял. Всегда ваша Марина Девятова. BVH, go green to save the planet. Отгремела гроза, свежий воздух, сладкая патока, шелестит ветерок меж лесов и полей. Улыбнулись цветы, поднялась в небе радуга над Россией моей, над Россией моей. Улыбнулись цветы, поднялась в небе радуга над Россией моей, над Россией моей. Будут дети расти, лаской сердце матери грея, становясь с каждым днем и сильнее, и мудрей. Станут в небо пускать разноцветного змея над Россией моей, над Россией моей. Станут в небо пускать разноцветного змея над Россией моей, над Россией моей. Наш салют, Марина Девятова, за то, что вы являетесь примером для подражания, и за то, что вы используете свой талант, чтобы принести радость многим. Пусть Бог вечно благословляет вас и ваших дорогих сограждан россиян внутренним миром и глубоким духовным счастьем. Чтобы узнать больше о Марине Девятовой и ее музыке, пожалуйста, посетите www.marinadevyatova.ru. Любящие зрители, спасибо за то, что вы были с нами сегодня на вегетарианской элите. Следующая передача «Между мастером и учениками». Пусть же наша земля процветает счастье и любви. Loving viewers, thank you for joining us today on Vegetarian Elite. Coming up next is Between Master and Disciples. May our earth prosper in happiness and love. For more details, please visit www.suprememastertv.com/ve.